заплатил бы за это двойную цену. Когда ты улыбаешься, ноги погибаются. Оповещение, к тебе приближается Лоренс. Стоп, что? Ничего себе, здрасте, а что это вы тут делаете? О, как же приятно встретить знакомое лицо в толпе. И хоть этот день и обречен таким ужасным событием, я рад видеть тебя в добром здравии. Да хранят тебя Алла и Терра. И тебе привет. Ох, что-то я совсем старый стал. Дэйв, не поможешь поднять? Что? Поднять? Дэйв, сегодня в 22, приходи на вечернюю службу в Башню Света. Останься до конца и жди меня. Нам нужно поговорить. И возьми одежду. Ох, спасибо, спасибо, Дэйв. Ну все, мне пора к остальным ученикам. Лоренса. Ждем Лоренса. Эй, Дэйв, что? Пойдемте за мной. О, Лоренс! Здравствуйте. А знаешь, из моего кабинета открывается такой вид на Аль-Сити. Стоп, погоди, что? Мы идем к тебе в кабинет, что ли? А этот стеклянный лифт, он... Ах, такая красота. Сейчас все сам увидишь. Ну, на самом деле я уже здесь был, но ты об этом никогда не узнаешь. Система безопасности. Ваш именной пропуск распознан. Доступ разрешен. Азерафель, добро пожаловать в высшее святилище. Во имя Аллы и Терры. Верум. Ваш именной пропуск распознан. Доступ разрешен. Добро пожаловать в высшее святилище, Лоренс. Ну, может быть, ты, конечно, об этом и узнаешь. Я не знаю, это ошибка, это просто какая-то ошибка. Я не Азерафель, и у меня нет никакого пропуска. Странно. Видимо, система безопасности барахлит. Надо завтра составить заявку на проверку. Ты проходи. О-хо-хо, как хорошо, что он ни до чего не догадался. Ну же, Дэйв, чего стоишь? Вызывай. А, сюда? Так, вызвал. Загудел, заработал! Смотри, он реально едет! Офигеть! Здрасте. Хо-хо, Дэйв, ты что, лифта не видел? Да видел, и знаешь, я тебе больше скажу, очень похоже на этот. Как будто я прям в нем катался. Так, окей, ты, видимо, сам на кнопку не нажмешь? Ладно, я нажму. О, полетели! Лолошка, мы буквально в шаге от устройства управления. О, погоди, точно, здесь же устройство управления куполом. Я вообще про это забыл. Если выдастся удобный момент, нужно обязательно просканировать его. Ну, Дэйв, вот и приехали. Как тебе наш лифт? Шикарный. Пойдем. Ух ты, я реально прямо сейчас попаду в кабинет Лоренса. Офигеть! И что же там будет? О, красиво! Слушай, реально вид такой неплохой. Надпись какая-то... Паенитентимпимпимпимпимпимпим. Просто погляди, какой чудесный вид. Ха, когда твой кабинет так высоко, любить этот город становится проще. Ха-ха, да уж. Но мы здесь не за этим, да, Дэйв? Когда в клинике мне рассказали о необычном пациенте, я буквально не поверил своим ушам. Так ведь не бывает. О, и кстати, а где твоя игрушка? Как ее там? О! Понятно. Значит, все-таки зря переживал. В смысле переживал? А о чем ты переживал? Так вот, Дэйв, тогда я подумал, что этот пациент, абсолютно чистый человек, может быть лишь посланником света. Потом же, когда мы встретились с тобой на площади, я увидел в тебе чистоту, силу первозданного человека, сверхчеловека, рожденного из крови богинь. И я оказался прав. Я прав. Я видел твое лицо, Дэйв. Лицо на проповеди в Башне Света. Уже тогда я думал, что ты особенный. Ты, Дитя Света и Алатерры. Но когда я услышал твой голос в его чертогах, клянусь тебе, Дэйв, клянусь багряным солнцем и его светом, я испытал чувство абсолютного просветления. Ты достиг истинной веры, Дэйв. Сам, без помощи каких-то государственных интриг. Для тебя это не просто клуб по интересам, как для чиновников. Ты был там. Ты смотрел широко открытыми глазами на правду, на Возродителя. Ох, Свет, прости мне эту минутную слабость. Life. Wow.